Доброго вечора, шановні телеглядачі та радіослухачі. Ви дивитесь телеканал ЮА Донбас. В ефірі «Тема дня». Та я нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, і ви у будь-який момент можете долучитися до нас, зателефонувавши до нас у студію за номером 050 210 08 98 або написати на нашу сторінку у Фейсбуці «Live Donbass Live», де зараз на нашій сторінці у Фейсбуці проходить опитування, яке звучить таким чином. На вашу думку, медична реформа покращить рівень надання медичних послуг чи призведе до зменшення кількості лікарів через брак коштів? Є два варіанти відповіді – так, покращить, та ні, знизить кількість лікарів. Голосуйте, будь ласка, шановні телеглядачі та радіослухачі, нам дуже важлива ваша думка з цього приводу. А сьогодні до нас у студію завітав Володимир Андрійчук, головний лікар комунальної установи, Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Доброго вечора, пане Володимир. Доброго вечора. Тему, яку сьогодні будемо обговорювати, це стартування медичної реформи в Україні ось вже з 1 квітня поточного року. Знаємо, що вже з 2-го, тобто вже з вчора, починається перший етап реформи з вибору лікаря первинної медичної допомоги в рамках кампанії «Лікар для кожної сім'ї». Ось до вас одразу вже є питання, як буде проходити ось цей вибір? Знаємо також, що буде підписувати пацієнт декларування, так, з лікарем, щоб все ж таки лікуватися взагалі, так, якщо він все ж таки звернувся до лікаря. Да, дійсно, з 1 апреля почалася активна фаза по заключенню договорів з врачами первичного звена. К врачам первичного звена відносять троїх спеціалістів: це врач-педіатр, сімейний врач і врач-терапевт. Робота проводилась учреждением, которое касалось только учреждения, больше никаких дополнительных нюансов не было. Это мы выполнили, и сегодня мы начинаем работать непосредственно с нашими пациентами. Первое, что нужно знать пациенту, это амбулатория, городская, сельская, поселковая. Она имеет возможность заключить договора с вами, и чтобы вы знали, с какой именно амбулаторией вы имеете возможность заключить договор, и о том, что она готова к этой к этому вы должны прочитать, вот найти на ее фасаде вот такую табличку, на которой написано, что здесь можно выбрать своего врача. Будет на... Это на лечебном учреждении будет такая табличка, практически на каждом. Если, в каком случае эта табличка может быть развешена? Если предприятие заключило договор с программой e-Health, это программа Министерства здравоохранения, которая позволяет нам работать уже с медицинскими информационными системами. В частности, практически вся Луганская область выбрала Хелси, и мы работаем в этой системе и заключаем договора с Министерством здравоохранения, с Национальной службой здоровья Украины, которая уже создана, выбран ее руководитель, и начинают активную фазу для того, чтобы с 1 июля мы могли работать уже в новых условиях финансирования. Что нужно пациенту для того, чтобы он заключил декларацию или меморандум с доктором? Первое, я уже сказал, это нужно будет найти вот такую амбулаторию, которая... ось, якщо людині, як їй вибрати, ось на вашу особисту думку, кращого ескулапа? Ось чим треба... Які це критерії, ось на вашу думку, щоб все ж таки вибрати такого лікаря? Я хочу сказати, що врач, якщо він вже має диплом, это уже врач, и это уже эскулап, и он помнит главную заповедь «Не навреди», и он работает для того, чтобы человек поддерживал свое здоровье, если у него есть проблемы, а здоровый оставался здоровым, во всяком случае, он профилактические мероприятия проводит с ним. Поэтому сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже, я не могу как руководитель. Просто, может быть, у кого-то есть больший опыт, у кого-то меньший опыт, у кого-то какие-то другие преференции есть. Поэтому вот таких чётких критериев нет, что идите к тому, а не ходите к тому. Все наши доктора достаточно грамотные, все они проходят последипломное образование, и они готовы оказывать качественную медицинскую помощь. Ну а для обывателя я хочу сказать, что в каждом амбулатории, ну если это село, понятно, там один доктор, максимум два, они знают о них все от А до Я. И дополнительная информация, касающаяся этого доктора, она им не нужна, наверное. А что касается городских амбулаторий, конечно, там уже численность врачей значительно больше.
И мы по рекомендации Министерства здравоохранения разместили в регистратуре информацию о каждом докторе. В нем есть фамилия, имя, отчество, какой вуз он заканчивал, специальность, по которой он работает, стаж и категория. И это позволяет каждому жителю посмотреть, определиться уже индивидуально. Ну и знаете, когда врач уже проработал определенное количество лет на определенном участке, то информация о нем имеется у каждого человека на устах. И я думаю, все наши доктора, они достойны того, чтобы с ними заключили договора, и ни один доктор у нас не останется без договоров, и ни один пациент не останется у нас без доктора, который бы мог оказать ему квалифицированную помощь. Все ж таки, какие документы потрібні, щоб заключити цей договір з лікарем? Для того, чтобы заключить договор, документ минимум должен быть. Первое – это паспорт, который удостоверяет личность. Это идентификационный код. Ну, к сожалению, для лиц, которые в силу каких-то личных обстоятельств не имеют кода, о чем имеется отметка в паспорте, они по обращению должны будут проходить, каждый раз документы будут сканироваться и проходить регистрацию. Для них это будет, может быть, немножечко неудобно, потому что этот период будет каждый раз, и он более-менее длительный будет. И для лиц, если приходят родители, мама, папа или опекуны, которые удостоверяют, имеют документ, подтверждающий, что данный человек – это опекун ребенка, плюс свидетельство о рождении до 14 лет, и с 14 лет паспорт. И заключают договор точно так же, как и взрослые. Проходят, ксерокопируются документы, вносятся в электронную базу, в этой декларации фамилия, имя, отчество пациента, все его краткие данные, ситуация по учреждению, где и заключается договор. Сразу же регистрируется Национальная служба здоровья и считается договор заключенным. А ось стосовно, ну зараз в нас така ситуація на Донбасі, є певний конфлікт і багато вимушено переміщених осіб, так? Чи потрібна ця справка, так, вимушено переміщеної особи, якщо вона хоче лікуватися і хоче заключити договір з лікарем? Дійсно, раніше був участковий принцип закріплення населення, тобто определявся участок, і кожен проживаючий на цьому участку обслуговувався тим чи іншим доктором. Зараз это все упразднено, и любой человек, главное условие, чтобы он был гражданином Украины. Неважно, переселенец он, западной Украины, северной или южной, если он обращается к нам за медицинской помощью, он заключает с доктором декларацию, договор, меморандум, обслуживается, и каких-либо дополнительных документов, кроме паспорта, идентификационного кода, и плюс для ребенка свидетельства о рождении, ничего не нужно ни для каких групп населения. Только фактори, які вказують, що це гражданин України. А ось стосовно того, якщо відсутня лікарняна карта, мабуть, немає певних прививок, ну так, це якось впливає ось на цей договір? Якщо нет. У людини вона... Отсутствует амбулаторна карточка или карта прививок? Нет. Доктор тогда уже будет выяснять, где обслуживался данный пациент. До того, как он заключил договор, допустим, с той же Кременской амбулаторией, свяжемся, коллеги нам перешлют, расскажут, и у нас все это дело будет. А с учетом того, что планируется вводить электронный оборот, документооборот, это вообще не будет проблемой, потому что любой доктор в любом учреждении, имея ключ, имеет возможность посмотреть амбулаторную карту данного больного и состояние его защиты от инфекционных заболеваний, то есть прививки, которые он проводил в течение жизни. Ну, вже відомо, є така інформація, поширена вона в інтернеті, з особистими лікарями уклали угоди 12,5 тисяч українців. Перший день роботи, тобто вже вчора, роботи нової медицини. Ось на вашу думку, наскільки це велика кількість людей? І чи буде вона все ж таки зростати? Конечно, она будет увеличиваться, а много или мало, это уже хорошо, потому что любое начало, это любое хорошее начинание. И пусть 12,5 тысяч – это немного в масштабах Украины, конечно, если 42 миллиона, но тем не менее, это уже работа началась, отправная точка состоялась, и к концу все-таки на 12,5 тысяч это уже меньше. И я думаю, что вчера еще какие-то были сбои, допустим, в этой же программе eHealth, когда не имели возможности Висла. Но с сегодняшнего дня уже более-менее нормально она начала работать, в данном случае наша информационная система. И я думаю, что этот процесс будет продвигаться, и население поймет. Ажиотажа, я думаю, не должно быть, потому что сроков нет конкретных, до какого мы должны закончить числа этого заключения договоров. Люди будут постепенно идти, они увидят,
какие дополнительные возможности у них будут с 1 июля, и этот процесс будет идти, ну, неизбежно, скажем. Повернемося до цього договору, так, з лікарем. На який період він складається? Можливо, там є якісь особливості при заповненні? Ні, ні, ніяких особливостей немає. Срок дії цього договору, він не обмежений. Стільки, скільки вважає потрібним пацієнт. Друга проблема буде виникати, ну, к сожалению, доктор може заболіти, він може уїхати на курси, якісь передвидені обстоятельства або непередвидені обстоятельства. Ось тут, ну, буде момент спливати в тому плані, щоб в його відсутності, а пацієнт може заболіти, він має отримати кваліфіковану допомогу. Якщо це якісь планові мероприятия, то ли це відпуск, то ли це командировка, то ли це курси, то ли ще то якесь событие, о котором доктор знает заранее, он в течение недели имеет возможность предупредить по любой системе своих пациентов о том, что он не будет. А если, ну, конечно, непредвиденная ситуация, то в течение рабочего дня это будет работа проделана. А обслуживать данную категорию населения, которая осталась без доктора в силу тех или иных обстоятельств, будет доктор из этой же амбулатории, причем дополнительно, согласно приказу, заключать с ним договор не нужен. Ось ви, пане Володимир, як головний лікар комунальної установи, ось як ваші лікарі, скажімо так, наскільки позитивно вони відреагували, що потрібно буде складати цей договір? Все ж таки, заробітна плата буде залежати від кількості, так, пацієнтів? Ну, звісно, ведь цю роз'яснительну роботу ми отримали з Міністерства здравоохранения, з департаменту нашого здравоохранения ні сьогодні, ні вчора. Ця інформація вже була гораздо більшого срока, около года, і, може бути, і більше. Поэтому всі наші доктори, вони всі к этому були готові, вони готовились, вони изучали літературу, связану з цим приказом, распоряжения и так далее. Для них это не было, и для, я думаю, что для всех врачей Украины это не было какой-то неожиданностью, и все планово шли к этому, изучали, готовили себя. Мы работали практически вот с Нового года в тестовом режиме, не только мы, но практически все центры, ну, будем касаться нашей области, они все работали в пилотном проекте и регистрировались в программе eHealth, находили себе информационную систему, с которой они работают, но я уже сказал, что это в области у нас только eHealth, и все были готовы к тому, что они это будут делать. Что касается заработной платы, ну, здесь разъяснение, которое нам давало Министерство здравоохранения в своем письме, она должна составлять не менее чем 250% средней заработной платы по Украине. Ну, это примерно около 17,5 тысяч. Закономерно возникает вопрос, как быть с докторами, которые не набирают рекомендованного количества пациентов. Кількість цих пацієнтів, да, адже ж такі випадки будуть. Да, конечно. Я думаю, что с учетом того, что мы будем прописывать заработную плату в коллективном договоре, это все будет оговорено, но ни один медицинский работник не будет получать меньше, чем минимальная заработная плата. Поэтому каждый доктор будет бороться за то, чтобы и будет хотеть, чтобы с ним заключали как можно больше договоров пациенты. То есть он будет работать над собой, это будет и работа с литературой, это участие в симпозиумах, конгрессах, разных вида мероприятиях, где он может подчеркнуть необходимую информацию, и плюс последипломное образование, ну и так далее. А что касается количества обслуживаемого населения, то на сегодняшний день она для участкового терапевта 2000 есть, и 2000 она и остается. Декларация будет заключаться на 2000, это норматив для терапевта. Если это семейный... 2000 пациентов, так? Так, так. Если это семейный доктор, то сейчас есть небольшие различия в количестве пациентов город или село. Если в городе, то это 1500, если село, то, ну, 1200, можно 1100, для того, чтобы в селе была амбулатория. То вступление в силу этого приказа это будет 1800. И практически не изменится количество для наших педиатров. Если на сегодняшний день это 800, то количество договоров будет 900. Но они от этого не пострадают. Почему? Потому что капитационная ставка, которая будет платиться за, по каждому договору, она разная в зависимости от возраста. Я уже говорил в этой студии о том, что от 0 до 6 лет это коэффициент 2 к риск-фактору, к риск-тарифу, то есть 370 на 2, 740. Если от 7 до 18 лет это будет риск, коэффициент
1,4 – это 444 гривны, от 18 до 39 единица 370, от 40 до 65 опять-таки 1,4 – 444 гривны, и свыше 65 и плюс – это коэффициент 2. Поэтому даже невзирая на то, что деток 800, я думаю, что заработная плата педиатра с учетом вот этого коэффициента, она позволит ему, будет достойной, в общем-то. И все доктора, я же говорю, если они захотят работать, вернее, захотят получать заработную плату, то они будут бороться за каждого больного для того, чтобы иметь возможность получить достойную заработную плату, достойное образование, достойного статуса нашего врача. Підписати декларацію з лікарем можна тільки в медичних установах, які приєдналися до реформи, є така інформація. А чи будуть такі установи, які не приєднаються до реформи? І якщо будуть, то які наслідки можуть бути? Ні, у нас в області таких учреждень нет і не буде. Наскільки я владію інформацією, в програмі E-Health зареєстровані всі, все определились уже с системным информационным. И вопросов, чтобы никто-то не захотел, нет. Все работают, все выполняют. И, может быть, где-то мы проявляем осторожность в том плане переходить в коммунальное неприбыльное предприятие, но, опять же, только для того, чтобы не пострадал наш пациент и не пострадал каждый сотрудник нашего лечебного профилактического учреждения. Но в реформу вовлечены все лечебно-профилактические учреждения. Я думаю, мы будем идти стройными рядами для того, чтобы достичь того конечного результата, когда бы пациент сказал, да, действительно, эта реформа была затеяна не зря. А что будет с медичными закладами приватными, медичными центрами? Если это частный медицинский центр, ну, у нас таких нет. Если будут физические лица предприниматели, они должны будут иметь за лицензию на вид деятельности, оплачивать свои коммунальные услуги, точно так же получать капитационную ставку. Они тоже могут себе прибавить ось такую... Да. ФОП это не запрещено законом, и люди могут спокойно работать, если принимать они могут в любом месте, где они посчитают нужным, ну, естественно, соблюдая при этом законодательную базу. Ось ви зазначили, пане Володимир, за програму E-Health. Що це за програма, щоб наші телеглядачі були в курсі та знаємо, що вона працює зараз у тестовому режимі? Програма E-Health – це програма здоров'я, яка електронна програма здоров'я Міністерства здравоохранения. Це общее поняття. А в цій програмі працює, як я вже вам сказав, медицинські інформаційні системи. Їх 8. Ну, ми, наприклад, для себе вибрали програму E-Health, тому що у них були положительні моменти для учреждений здравоохранения. И все будет нормально в этом. А, тобто в цій программе планируется, что вся паперова документация, в том числе картки пациентов, нельзя сказать, что все сразу уйдет. Нет, я не хочу настраивать на пациента в том, что вот сегодня они пришли, сегодня они заключили договор, и все, и все бумаги исчезли. Нет, это период, в общем-то, будет, наверное, длительный. Он будет постепенный. Ну, приблизно это... Півроку, так, до року? Да нет, я думаю, что, может быть, и 2 года это будет, и 3 года идти. Я хочу сказать, в Черкасах эта работа уже проводится на протяжении 3 лет, но до сегодняшнего дня они от бумажных документаций они не отказались. У них до сегодняшнего дня все есть в бумажном варианте. И поэтому, с учетом того, что будет реформа потом касаться вторичного звена, третичного звена, когда эти все этапы пройдут, первичное, вторичное, третичное, только после завершения этого, возможно, мы откажемся от бумажных носителей. Но это период не 1 дня, ну, а я думаю, несколько лет. Перепрошую, можливо, що буде документація і в паперовому вигляді, так, і в електронному, ось як у Черкасах. На Луганщині таке можливо впровадити? Ну, звісно, це так воно і буде в ближайші роки, однозначно. І другого нічого не знайде. Ми лучшого, тому що... не везде будут электронная система. Вот мы сейчас делаем у себя на первичке, потом они сделают на вторичке и на третичке. И тогда, когда уже все это будет, я уже повторился, тогда только мы сможем, быть может, отказаться полностью от бумажного носительства. А на сегодняшний день в перспективе, конечно, для нас это амбулаторная карточка в первую очередь и электронный рецепт, и потом уже все остальные. Ну и когда начнет уже действовать, конечно, Национальная служба здоровья Украины, возможно, какие-то статистические формы утратят свою актуальность по
той простой причине, что обобщать эту информацию будет Национальная служба здоровья. Но это опять-таки гипотетическое на сегодняшний день. И не охватывает все уровни здравоохранения. Повернемося до договору, який треба буде укласти з лікарем, ось після 1 червня. Ось людина звернулася, уклала договір, їй назначили лікування. А фінансування як буде відбуватися? Держава буде компенсувати? Ну, согласно той документації, яку ми володіємо на сьогоднішній день, в основному всі маніпуляції, які зв'язані при обращенні на первичний рівень, вони будуть безоплатними. Медикаменты. На сегодняшний день вы знаете, что работает программа «Доступные лики». «Доступные лики». Да, для трех заболеваний – гипертоническая болезнь, сахарный диабет и бронхиальная астма. Я думаю, что этот перечень будет однозначно расширяться. Плюс, вы знаете, уже есть программа для больных с сахарным диабетом с первым типом, они получают инсулины по этой уже программе. И я думаю, когда за счет того, что будет расширяться эта программа, люди будут получать большую возможность получения медикаментов на первичном уровне. Ну, я думаю, система компенсации государством все-таки будет для того, чтобы те анонсируемые Министерством здравоохранения программы по доступности, они были реализованы. Все ж таки, ОМОЗ затвердила, що фінансування ось цієї медичної реформи в Україні буде збільшено вже ось з поточного року. Наскільки, як ви вважаєте, наскільки це позитивна новина, чи дійсно вона буде ось збільшена, що можна про це так предметно казати? Знаєте, для того, щоб увеличити значительне фінансування, потрібно, щоб к 1 июля, 100% были заключены договора. Они не будут заключены. Поэтому сохранится, наверное, финансирование и по медицинской субвенции до конца года, и частично уже будет идти по капитационной ставке. В сумме, возможно, это будет какое-то дополнительное финансирование. Любое дополнительное финансирование – это хорошо. Почему? Потому что расширяются возможности лечения каждого пацієнта. Ну, от так, наверное. Яка зараз ситуація у лікарнях? Тобто, приходить людина, цей договір заключила з лікарем, але все ж таки ще не лікується, тому що з 1 червня вступає в силу. Тобто, все на тому ж рівні і залишається. Да. На сьогоднішній момент його можна сказати тільки як підготовительний період к переходу на новые условия финансирования. Для того, чтобы получить новые условия финансирования, коммунальное учреждение должно стать коммунальным неприбыльным предприятием. Эта работа проводится, мы имеем методические рекомендации, которые были утверждены Министерством здравоохранения 19 февраля 2018 года. Все этапы там расписаны, ну и с учетом того, что уже начали заключение договоров с пациентами, и я думаю, что вот в ближайшие месяцы, апрель-май, наши 16 центров, которые есть на территории Луганской области, они эту работу начнут, закончат, и мы подойдем с неплохими результатами к тому, чтобы начать финансирование по новым условиям. Також в планах МОЗ є навіть бажання видавати листок непрацездатності, ну, тобто лікарняний, в електронній формі. Ось як ви вважаєте, так і можуть запровадити? Як це буде виглядати? Так, в общем, сейчас в каждом лечебно-профилактическом учреждении есть кабинет выдачи больничных листков, где он информатизирован, автоматизировано рабочее место, подключен к системе интернет, и все видят, кому нужно, кто получил больничный лист. Для меня здесь один только момент, не будет ли это противоречить закону Украины о здравоохранении, когда не должен работодатель знать до определенного этапа, где его, с чем, с каким заболеванием пациент находится на больничном листе. Вот это, я думаю, к этому дифференцированно нужно будет подходить, чтобы предприятие до определенного момента не владело этой ситуацией. Они будут знать о том, что их человек находится, сотрудник находится на больничном, но не больше, потому что, я считаю, так, ну, не должно быть. Тобто підприємець, так, точніше, може... Вона може відкрити, і тоді інформація буде відкрита. Я вважаю, вона має бути відкрита тільки для фонду, який оплачує цей лікарський лист, і для медичних учреждень, тому що хворий, він має право на захисту своїх персональних даних.
Дякую, пане Володимир, що завітали до нас у студію. А я нагадаю, шановні телеглядачі, що у нас у студії був Володимир Андрійчук, головний лікар комунальної установи Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Та тему, яку ми обговорювали, це медична реформа в Україні. Дякую, шановні телеглядачі, що були з нами. Для вас працювала Катерина Ударченка. На все добре.